это шампанское. Картина называется «Четыре богатыря», один из которых Андрей Шевченко. То, что сейчас происходит, называется распространение позитива доступными методами. Сейчас я примагничиваю весну, потому что мне вот это вот все уже надоело. Хочется уже, чтобы все зеленое было, и тепло, чтобы было, и девушки в юбках, чтобы было. И я предлагаю выпить за приход весны нам всем, чтобы все нормально было, потому что ну сколько можно, уже зима. У нас же календарь этот, для кого-то он важен, а для кого-то нет. Для меня календарь не важен, поэтому я призываю весну раньше времени прийти в Москву, чтобы я лучше улыбался, и чтобы вы лучше тоже все улыбались. Даешь весну, нет зиме. Все, сейчас по-любому весна наступит. Я ж станцевал танец весны. Весна, что нужно сделать, чтобы ты уже пришла скорее? Вот я делаю, что могу. Приходи уже. Пошли дальше. Это называется искусство, ударило в голову. Да весне нет зиме, да весне нет зиме, зиме нет, весне да. Это выставка для космонавтов и для инопланетян, которые сейчас смотрят на нас, на чистый пруд. Они сейчас смотрят и видят этот хэппининг. Привет, ребята! Весна теперь не может не прийти.
Ребята, шампанского выпьете? Чувак, выпей шампанское. Чебурашка! Пьяным не будешь? Приставать к тигре не будешь? Весна придет в этом году раньше времени. Мы это сделали. Шаманы шаманят где-то там на Байкале, а в Москве шаманит Андрей Шевчин. Как умеет, продвигает позитив. Зиме нет, весне да. Я еще поработаю над тем, чтобы зимы вообще не было. Там, где я нахожусь. Просто, когда в Москве нужно безоблачное небо, почему-то начинают стрелять из пушек в облака. А во Франции берут, приглашают шамана из Африки. Он там что-то шепчет, и облака расходятся. Понимаете? Пушки и шаман. Задумайтесь над этим. О, какой-то прохожий. Наверное, увидел, что я танцую. Что-то хочет. О, тоже заплясал. Пойду ему помогу. А вы увидели, что я танцую, и тоже пришли помочь, да? Да. Весну. Ну давайте вместе. Чем выше колени, тем весна быстрее придет. Теперь в обратную сторону. Колени выше. А теперь делаем так. Все, весна придет. Все. Все, вот, идет весна. Приход весны требует жертв Андрея Шевчен. Все. Самое интересное будет сейчас на эту горку зайти. Так, с разбега надо. Там, наверное, английская королева уже меня ждет у студии. Мы на сегодня договорились портрет писать. Да ничего, пусть подождет. Весна главнее. Другого толку. Все, пошли дальше.